И сейчас о главной селебрити интриги года, о таинственном побеге Моргенштерна из России. Вместе с женой он будто бы испарился, но нам все-таки удалось найти музыканта. Они покинули страну инкогнито через Белоруссию, отправились в Арабские Эмираты и сейчас живут в роскошном отеле на острове Палм-Джумейра в Дубае. Я пока не понимаю, что со мной, но когда-нибудь пойму. Да, я не хочу пока идти домой, но когда-нибудь уйду. Через границ по паспорту прям в вагоне. А чё, так можно было, что ли? Я просто сажусь на поезд. Новость громче, чем камбэк Оксимирона. Я нечаянно старый сори. Скучаю по своим тачкам и ювелирке, но ничего не сияет ярче моей улыбки. Гуляю по Дубаю с пакетом бабок наперевес. Вы можете забрать мой бизнес, но не заберете хэппинес. Пишу, это неправильно. Покажи мне, что правильно. В соцсетях торгую лишь своим ебальником. Въебали рестик, но я не умру от голода. Уехал из России, ведь там стало холодно. Я пока не понимаю, что со мной, но когда-нибудь пойму. Да, я не хочу пока идти домой, но когда-нибудь уйду. Я теперь боюсь мечтать. Все стало реальным на глазах. Что если проснусь в следующий раз и не захочу открыть глаза? Я теперь боюсь мечтать.